Всем привет, с вами я, Тоша Милки, и сегодня мы с вами будем играть в игру под названием Adopt Me. Здесь вышло обновление с куклами. Я очень хочу его открыть. Я целыми днями, и вчера, и сегодня, я копила деньги. У меня 900 баксов, и кукла у нас стоит 900. Я хочу сейчас купить эту куклу и вместе с вами ее открыть. Вы готовы? Я да. Купить завернутую куклу. С какой стороны? Давайте. Давайте вот с этой. Нет, я с этой начинала, значит, вот с этой стороны хочу купить. Смотрите, завернутая кукла. Охренеть. Просто посмотрите на эту няшку. Посмотрите. Мне сейчас будут кидать трейды, наверное. У меня 0 баксов. Я хочу подождать, пока мне покидают трейды и пока появится задание. Эй, свали. Кто-нибудь хочет куколку? Я трейжу. А что ты тут на своей машине разъезжаешь-то? Ты хочешь, чтобы мы на нее тоже сели? Кедадим какой-то. Кидим. Пузырька. Как думаете, это выгодно или же... Ну, слушайте. А если бы эта мышка была... Ты серьезно? Если бы эта мышка была бы Райт, я бы согласилась. Редкий пэт, которого нельзя получить. Кукла на Райт Зельку. Кукла на Райдзельку. А, это типа я ей даю куклу, она мне Райдзельку. Нет, кукла на Райдзельку. Это то есть она мне дает куклу? А я ей Райдзельку. А, нет. Так не пойдет. У нас наша куколка уже захотела кушать. Давайте же ее Фуд. А, я же не достала еду. Еда. Давайте ее покормим пиццей. Фуд. Так. А, я случайно поела. Ешь. Это так, мне кажется, невежливо по сравнению с ребенком, то, что его нужно так кормить. Кто согл то, чтобы его нужно кормить как, ну, человека? То есть, не как питомца. Ну, просто это как-то выглядит странно. Я из кукол больше всего хочу, наверное, вот эту вот девочку доктора. Но не знаю. Получается, кукла это же как ребенок, да? Я не обману, ага. Меня, короче, только что обманули. Вот я потом ставлю, наверное, видео. Ну ладно, не буду вставлять. Не знаю, в общем, ставлю, не ставлю. Наверное, нет, я про это отдельное видео сниму. Вот. Че, никто не хочет мне покидать трейд? Серьезно? Кстати, я узнала, как сделать друга. Тебе нужно полного. Питомца, короче, до полного состояния вырастить. Я его пока в отмеченное уберу. Потому что, на всякий случай. Вот у меня такие есть питомчики. Мои любимые питомцы это Спринг Спаниель черный. Это какой коричневый. Лягушка очень крутая. И вот мой барашек. Это все прям. Ну, у меня много любимых питомцев, например, как вот этот. Барашек. Ой, случайно его достала. Нет, быстрее куклу. Так, сейчас она захочет в кейпинг, пожалуйста. Да! Я с вами сегодня фарт словила. Так, поедем давайте на... Я не хочу, чтобы из моей дочки вырос клоун, поэтому я поеду на роликах. Ой, из моей дочки, это же я не знаю, сын или дочь, кто это. Ну, ребята, это главное, что у меня скоро кто-то будет. Я очень долго на нее реально копила. Эту куклу продала некоторые вещи из дома. Прямо я очень хотела. Мне еще интересно, как вот, допустим, смотрите, вот есть друг. А у этой вот девочки друг один. Как, то есть я должна на ее питомца нажать то, что он мне нравится? Да блин, там подруга скидывает сообщение. Как я их буду смотреть-то сейчас? В телеге. Кстати, можешь подписаться на ее телегу?
Телега называется кукла Братц. Она пусть поспит. Она моется, моя кукла моется. Но я думаю, сейчас это не особо прям нужно. У меня есть вода. Давайте ее покормим водой. Так, ну и давайте ее положим, собственно, сюда. Я на роликах до сих пор разъезжаю, да? Круто. А чё ты вышла? Ты уже помылась, типа? Я не знаю, слушайте. Сейчас у меня тоже выйдет. Слышь, ты такая дерзкая, а? Давайте, выходите, питомцы чужих людей. Мне надо своего помыть. Моем. Возможно, он сейчас откроется, поэтому я уеду. Прям подальше. Нет, до сих пор завернутая кукла. Значит, сейчас это будет последнее задание, которое она мне сейчас скажет. Там, в школу, на водопад, куда, в больницу, я не знаю. Куда, как думаете? Ну, мы пока покатаемся. Я думаю, что мне, скорее всего, выпадет Пиноккио. А, это который вот этот посередине. Я почему-то думаю, что он мне выпадет, но я хочу, наверное, врача. Я не знаю, честно. Я вот не знаю. Честно, будет. Так, у нас есть... Может, кто-то мне что-то может предложить за завернутую куклу, которая скоро откроется. Один шаг, и она будет открыта. Нет? Ну ладно, прекрасно, мы поехали в парикмахерскую. Надо сначала подстричь ребенка, прежде чем открыть его, верно? Но я в парикмахерский... Я его там оставить не могу, как просто. То есть я приду и вот оставлю и уеду куда-нибудь. Я так делать не могу. А мы можем в больницу сходить или в парикмахерскую. За что нам больше дадут? За... Нам дадут 15, а за больницу... Тогда давайте его... Сейчас ребенка я поставлю... Посажу. Нельзя сюда посадить. Вот, все, сиди здесь, мойся. А я пока пойду... Сижу в холле, у меня там подстригут ребенка. Мне же нельзя смотреть на него до того, как он откроется. Вот у меня там подстригают ребеночка. Получается, да? Да. Я не понимаю, вот, типа... Есть... Открывает один тюбик постоянного герметика для домашних животных. Я не думаю, что это не очень полезная штука. Уже 93, 94, 95, 96. Сейчас откроется, ребята, сейчас откроется. Прямо на ваших глазах. Кто мне выпадет? Посмотрите вы первыми. Я закрою глаза. Я закрыла глаза. Я ничего не вижу. Так, я поворачиваю икру. Ребята, мне выпала река или река. Как ее зовут? Ура! Реально? Реально? Я не видела. Я серьезно говорю, я не смотрела специально. Давайте посмотрим, что она умеет. Вот так она бегает. Как она будет со мной успевать, когда я буду на роликах? Она успевает, слушайте. Смотрите, у меня есть дочка. Правда, она у нас... Насколько я помню, там все комонки. Да? Вот, она необычный предмет. Ну, она необычная, но как бы... Можно сказать, комонка. Ну, давайте сейчас сходим. Я очень рада, что мне выпала именно река или река. Я не знаю, как ее правильно называть. Но я очень рада, что она мне выпала. Я ее очень хотела, ребята. Ура! Так что вот. Что вам еще сказать? Я очень рада, что открыла вместе с вами. Мне выпала именно вот эта девочка. Вау, как прикольно прыгает белка. Короче, я хотела узнать, смотрите, сейчас последний. Кстати, вот, у меня есть лягушка, да? Сейчас с роликов уйду. То есть, что мне нужно сделать, друг?
Как нужно сделать так, чтобы... То есть, призывы пэтов... Ладно, короче, ребят. Я думаю, мы на этом будем заканчивать. Сейчас, подождите, достану девочку мою. Все нормально. Мы вместе закончим. Вот, а на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.